В концертном зале органной и камерной музыки Родины города Челябинска прошел пасхальный концерт. Со сцены звучали духовные и народные произведения, всеми любимые песни и стихи. Всех вас вновь и вновь приветствую теми словами, которые сегодня звучат везде, во всем православном мире, словами неприходящей, непрестающей радости и вечной надежды. Христос воскресе! Все мы сегодня при встрече друг с другом так приветствуем, потому что выражаем веру в Христа, умершего и воскресшего нас ради. И этот пасхальный концерт тоже посвящен самому главному событию человеческой истории, тому, что сделал Бог по своей любви для всех нас. Он умер и воскрес. И сегодня вся Вселенная, все люди имеют великую надежду, надежду на вечную жизнь. Концерт открыл цикл духовных произведений в исполнении архиерейского хора Свято-Симеоновского кафедрального собора. Продолжил программу Государственный русский народный оркестр «Малахит» под руководством Виктора Лебедева. Прозвучали произведения в исполнении детского хора при Челябинском институте культуры. Лауреаты всероссийских конкурсов исполнили любимые всеми песни. Яблоник цвету. Государственный русский народный оркестр «Малахит» – гордость Южного Урала. Вот уже более 30 лет этот коллектив радует слушателей своим мастерством. Основатель оркестра и его главный дирижер Виктор Лебедев без преувеличения может быть назван одним из мэтров челябинской музыкальной культуры. В благодарность за многолетнее сотрудничество с Челябинской епархией и в связи с 70-летием маэстро был награжден епархиальной медалью первой степени.